Здравствуйте, дорогие друзья. Вот я решил проверить такую краску. Это у нас краска с эффектом хрома. Пишут, что эффект по сравнению с настоящим больше 90%. Значит, сама краска, она у нас польская. Согласно инструкции, то есть техника нанесения такая же, как у обычного лака. То есть от 18 до 25 градусов наносим. Также сбалтываем 2 минуты. Вот. Ну и в качестве примера буду использовать такую слимку. Я ее уже разобрал полностью. Снял крышки, все заглушки, кнопки, наш логотип. Вот. И также покрашу саму карту памяти. Также разобрал ее. Вот. Сейчас мы это все дело разложим и покрасим. Ну что ж, давайте приступим. Так, ну, значит, сам лак.